Так, ребята, хочу показать, как принимают у меня здесь в Запорожье средние волны на Соньку, на новую антенну. Она замкнута. Время у нас 23:37, киевское. Пробежимся по диапазону. Средние волны, длинные волны. Вот, покажу, какое тут разнообразие радиостанций. Все-таки замкнутая антенна, хоть и на УКВ, но она позволяет нам отсекать шумы, всякие гул и прочее. Інше прикладно, наприклад, очікувачі на Бондарку, теж французький рван, це буде повісні тут. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Ама сказал ему в ответ. Отсюда.
и не оставлять то, что произошло только что в Керченском проливе, без ответа. После инцидента Порошенко попросил откомандировать корабли НАТО в регион для отправки России. Я говорила в последние дни со многими аналитиками. Я так это представляю себе, потому что, сложно себе вообще представить, что после того, после тех нескольких лет вот этой, этого давления, прессинга на российский спорт, вот именно по антидопинговому направлению, все эти Родченковы и так, длинные волны сейчас включим. Почему? А румыны? Поляки? Еще поляки. Это, по-моему, Англия, если не ошибаюсь, Великобритания. Вот еще какая-то станция, ну довольно много. Подскажите, что за станция на 172 кГц. Все, ребята, спасибо за просмотры. Кому понравилось, лайки ставьте. Можете не ставить. Всем три, всего доброго, до свидания.